Всем привет, друзья, с вами Карабаш74, и сегодня мы посмотрим на очередную модификацию для игры Euro Truck Simulator 2. Это Volvo VNL670, что в принципе гласит вот здесь. Если честно, я не видел такой машины никогда в жизни, но вот я думаю, что сейчас мы на нее посмотрим. Давайте сразу перейдем непосредственно к изменению конфигурации. Итак, Volvo. Внешний вид. Отвратительный просто цвет. Давайте сразу поменяем его. Просто бесящий такой цвет. Ну вот, пускай белое будет. Ау! Обратно. Вот. Фекальный цвет нам не нужен такой шоколадный. Даже лампочку затолкали туда. Прикольно. Рама, не поймешь от чего, текстуры на раме нету, все монолит кирпич называется, то есть все одним монотонным цветом. Да, все монотонное, херово, конечно, это очень херово. То есть фантазию, я не знаю, понимаете, разработчики данных модификаций, они почему-то не делают ничего абсолютно. Я вот здесь не вижу никаких рессор. Я так понимаю, что на воздушных подушках все работает. Ну вообще ничего ни хера не видать. Ни рессор, ничего абсолютно. То есть просто стоит мост. И все. Мост стоит, и все. Карданы к нему не подходят, ничего не подходит. Управляется, видимо, автоматически как-то. Ну, видимо, по Wi-Fi или по Bluetooth работает. Движку. Движку поставим помощней. 750 лошадок, нихера себе. Коробушку эту поставим. А, это зеркала. Нихера себе. Приблуда прикольная. Я так понимаю, что салон сделан оригинальный. То есть, да. Переключатель скоростей. В принципе, сделан неплохо, но опять минимум фантазии. То есть, текстурировать не хотят. Просто не хотят текстурировать. Здесь вот наложена текстура достаточно неплохая. Вот и все. Выходим. Цвет мы уже поменяли. Приблуды. О, ну хоть этот херобор ставится, давайте поставим пару мигалок хотя бы. Так, что тут еще у нас есть? Зеркала? А, ну это приблуда вешается финтифлюшкой, которые висят. Давайте штору вместе с этой хероборой повесим. Так, бампер есть, сори. Да, обвесы ставятся по бокам. То есть это просто добавляет гору лампочек. Правильно? Правильно. Лампочки ставить не буду, честное слово. Это очень муторно, долго и неэффективно. Зеркала. Зеркала ничего не меняется, походу. Да, вот эти можно отключить. Но мы их включим. Не надо их отключать. Колеса. Колеса. Каких-то своих колес у нее нету. У нее... Ну да, у нее Volvo. Так, диски. Диски сразу меняем. Потому что, в принципе, тут по большому счету рассматривать-то и нечего. Больше-то. Да, вот и все, мать его, аддоны. Германия, Россия, флажок. Прикольно. Вот и все, ребят. Больше тут нечего рассматривать. Давайте я сфотаю его. Включи свет. Окей. Поехали. Прогрузилась.
Ну, видок, знаете, вот вид у нее действительно такой грозный вообще, караул. А звук Вольвы. Или даже Мерса. Но дефолтный. Звук дефолтный. Да нахер ты нужна, эта мигалка. А, я визор забыл включить. Ну да ладно, хрен с ним. Поехали. В салоне вообще тишина. Ну, неплохая такая Volvo. Огромные зеркала, то есть достаточно удобно располагаются зеркала. Как нам выбраться из города? Да пошел ты взад. Упс. Включен ретардер. Я не включал ретардер, иди нахер. Поиздеваться надо мной, суки, решили. Пи-бип. Я еду. Тихо. Ну, неплохая Volvo. Думаю, что можно даже покататься вот на пользовательском режиме. Оставлю. Пусть будет. Volvo неплохая, минимум обвесов, что, в принципе, меня уже радует. То, что обвесов действительно на ней очень мало. Это прикольно. Я не люблю, вы знаете, всякие вот эти вот обвески. Не дальнобойщик я. Дальнобойщики, наверное, только любят всякие обвески. Вот. Хорошо расталкивают автомобили, это радует. На газульку прижимаем, в принципе. Ну, тяжелая, очень тяжелая она. Но едет как... Знаете, паровоз какой-то. Здоровенная, большущая. Стоп. Э. Букву Э. Все? Ретардер вырублен. Во. Сразу с подрывом с каким, а? А? Пошла-то как. Во всем, всему виной был ретардер, паскуда. Давайте попробуем разогнать ее по максимуму. Не знаю, что из этого получится, но попробуем. Да, даже легковушка едет. В принципе, хотел нас обогнать, паскуда. 110, 115... 120, 125, 130. Все, что ли? Ну, наваливает хорошо. 135, 140. Давай-давай, вот. Да, я думаю, что я ее оставлю. Машина здравенькая такая вообще. Четкая. 150. 153. 155. Ну, 160 возьмем. Да, 160. Какие-то новости приходят. И все. Да, пошли вы все. Ой-ой-ой. О, Volvo. Ты провалилась. 3, 4. 5, 6, 7. Во. Другое дело. Так хоть видно. Нормально, авария случилась, Декиндер получилось. А с вами был Караваш74. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВК. Обязательно подписывайтесь, ребят, на паблик ВК. Приходите к нам в рейд колл. То есть я всегда на связи. Со всеми там разговариваю, сижу. Всем удачи, ребят. Всем пока.